Вот так выглядит этот чехольчик. Очень удобный, очень мягенький. Вот уже расстояние остается, еще раз покрывает ручку. На замочке все прошито отлично. Подробно вы можете прочитать саму. Дочке тоже смешно. Хочу рассказать вам сегодня про колясочку, свои впечатления спустя какое-то время. Уже точнее прошел больше на полутора месяцев, уже пользуюсь ей. Значит, эмоции одни. Нет, впечатления. Колясочки сегодня. Впечатления одни положительные. Механизм уже разошелся, складывается, раскладывается очень довольно легко. Колесики, конечно, немного всегда вот нужно поправлять, потому что когда боком, оно не складывается. Потом всегда ровненько его ставлю и складывается легко. О покупке своей не жалею. Если была необходимость, купила бы еще раз.
ее. Очень удобно, поверьте. Вот сравнивала со своей, но у меня ШТМ и другая тоже Индиго трансформер. Ну, не сравнить, конечно. Легко сложилась. Маленькая, компактная. Поставил ее у ног маршрутки. Очень удобно. Чем вот эти вот трости, это, конечно, не знаю. Вот это огромное. Держишь, тут ребенок, это в маршрутке едешь, еще какая-то сумка. Я даже не знаю, мучилась такой своей ЖТМ. А сейчас я просто балдею. Вот так. Очень надеюсь, что прослужится надолго. Хотя, ну сколько там, не знаю, до 3 лет максимум там будет кататься на рабочих. Ну, она, как видит, ее сразу летит, в нее садится, ей очень нравится. Насчет лежачего положения, я там в начале видео показывала. Ну, как вы видите, не особо лежачая, но то есть как полулежа получается. Даже не знаю, честно, как маленьким, которые еще не сидят. Ну, я свою дочку, вот у меня трансформер большой, то есть я ее в. Хотя села она у меня поздновато, месяцев 8, уже практически так, сама основательно, то где-то с 6, даже 5,5, наверное, я усажала ее в сидячую, то есть в прогулочный блок, и прекрасно она ездила, ничего никаких, все здоровенькая девочка, поэтому, я думаю, вполне возможно. По поводу бампера, что хочу сказать. Я вначале его забраковала, потому что видела в одном видео, когда еще искала коляску, как складывают, и с бампером она не складывается. И я как-то у меня автоматически галочка щелкнула, что, ну, бампер никак. Да и ребенку, в принципе, он не нужен, ну, моему, по крайней мере, может, кому-то и держится ребенок. Моя обычно развалилась, как королева, и лежит. Поэтому за него он никакой защиты абсолютно не несет, ребенок все равно пристегивается, обязательно пристегивайте. А тут я решила попробовать, мне написали, что как-то так бампер используется и складывается. Все, я попробовала, вы видели видео, действительно складывается. Так что это моя ошибочка, может кому-то и пригодится. Поэтому смело можете использовать, а то и вначале, да ну, в баню. Так что хорошая вещь тоже. По поводу проходимости еще хочу сказать. Видит очень хорошо вас, вальту, литки, конечно, отлично. Ну и по щепоночке довольно-таки нормально. Вот если сравнивать опять с моей ЖТ, 8 колес маленьких, но вот на ней, когда ведешь, и вот так вот дребезжит, и, конечно, амортизация ноль абсолютно. А здесь все-таки на передних колесах есть большая амортизация. И поэтому она хоть и трясется немножко, но как-то довольно плавно, нет такого дикого прям дребезжания, и ребенок весь не сходится. Ну вот, в общем-то, и все, что я хотела вам сказать. Всем спасибо за просмотр.